Сходили со Светы на прием, взяли справку. В какой-то отряд идешь? Профильный отряд, я все время забываю. И сейчас идем нам на ей купить гелевую черную ручку и синюю, да? Угу. Две ручки надо взять, черную и синюю. Ну, тетрадки у нас дома есть. И что-то еще надо было нам купить. Не помню. Что-то еще я хотела купить. Сейчас пока дойду, надо посмотреть, у меня список записан в телефоне. Вот идем. И потом домой поедем. И записала маленьких, ну, короче, всех своих больных на среду на прием. В среду поедем в поликлинику детскую на прием к врачу. Всем добрый день. Съездили мы со Светой в город. Короче говоря, к Лору записи нету, которая приезжает по субботам. Сегодня меня пыталась записать детский врач туда. Говорит, ну вот она открывала, говорит, записи вообще нету. Вот как бы вы ни писали, что я куда-то... Я пыталась, и везде я звонила в регистратуру, в разные... Но нету записи к Лору, я как к ней попаду? Короче говоря, мы записались к педиатру на среду на прием со всеми вместе. Ой. И там посмотрят уже Катю. Пока я ездила в город, к нам, видать, приезжала подписчица. Она мне писала насчет картошки. Я специально купила шоколадку, хотела отдать ей шоколадку. Да что? Но она раньше меня приехала, потому что я спрашивала, сколько я должна за картошку. Да что? Она сказала, нет, но все равно приехала. Спасибо вам огромное за картошку. Ну, помимо картошки, она привезла еще деткам сладости и чай. Что она привезла? Чай ТС. Тут халва подсолнечная. Вот такие вот две шоколадочки. И в коробочках печеньки такие, такие и вот такие. Огромное вам спасибо. Дай Бог вам крепкого здоровья. Ну, вот, мне очень неудобно. Я, конечно, ей напишу и это, но, ребят, это вот так вот не надо. Это, детям, конечно, это очень радостно. Дети сейчас вон все тут стоят, довольные, ждут, когда и что им дать. Катя, раздели вот это вот на всех. И... Также мы заехали в город, взяли кое-что для дома. Так, сейчас я покажу с вами то, что мы взяли. Так, ну первое это хлеб, конечно, из продуктов взяли. Хотя тут хлеб еще есть, но мы все еще взяли. Также купила литр кефира и литр молока. Хочу оладушки постряпать или что-нибудь такое. Ватные диски взяли у нас дома, они закончились. В фикс-прайсе взяла чай каркаде, у нас тоже дома закончился. Ну вот, раньше, помню, дешевенький был, сейчас он 55 рублей за пачку. У меня все любят чай каркаде, и я тоже в том числе. Как вы знаете, я не могу без кофе. У меня без кофе сильная голова болит. Купила себе, ребята, кофе, потому что у меня всегда пониженное давление. Редко бывает, что у меня скачки давления, но это редко, а так в основном у меня всегда понижено, поэтому кофе я пью, ребята, всегда. Если я кофе не попью, то это все, считай, пипец, пиши пропало. Также, что мы взяли, ну, прокладки две упаковочки. Свете надо в школу альбом, мы ее взяли, она просила именно вот на этой пружине, вот она себе выбрала на пружине. Дальше... Ванюше что-то все носочки маленькие стали и мало стало их. Я взяла ему три пары разных носочечков. Тряпку половую взяли, вот такую на швабру. У нас наши все старые уже. Шоколадку для женщины брала, но вот она, видите, вперед меня приехала. Но я ее приберу в холодильник, потом, может, все-таки встречу ее отдам, потому что так неудобно. И Свете нужны были гелевые ручки, мы взяли... Вот такие вот гелевые ручки за 55 рублей. Это с черным чернилом. И ей надо было еще синим. Еще вот такие вот с синим чернилом взяли. Вот в целом все наши покупки. Дальше по поводу здоровья детей. У всех все хорошо. Кашель уже получше стал. У Маши немножко получше стало. У Оксаны он стал влажный. Он стал отхаркивающий кашель. У Кати тоже так же отхаркивающий кашель стал. И у Марины тоже получится. А Марина остается дома пока. В садик не идет. Ну, потому что я не хочу, чтобы она заражала других. В целом, вот такие вот дела у нас. В целом все хорошо, все нормально. Опять в целом. Также сегодня пришел у нас заказ с Валберес. Один ножницы опять. Куда делись опять ножницы?
висели всегда здесь ножницы. Опять уже кто-то взял. Света, принеси, пожалуйста, фрезер. Пришел заказ с Валберес. Мы Свете заказывали такую маску-пленку. У нее потому что угри всякие, черные, прыщики. И она делает маску-пленку. Вот такой вот ей пришел по акции. И хочу сказать спасибо Ирине, Оксане, Лене, еще одной Ирине. И, по-моему, там единственный был мужчина Евгений. Они кто по 50, кто по 100 рублей переводили Свете на фрезер. И несколько подписчиков мне писали: пусть ваша дочь учится, потом будет заниматься маникюром. В общей сложности набралось 500 рублей. Я добавила 300 с лишним рублей и заказала Свете вот такой вот фрезерный станок. Покажу поближе. На Валберес он уже пришел. Света мне вчера вот уже пробовала, делала маникюр, вот такой вот она мне сделала фрезер. Огромное вам хочу сказать спасибо, дай бог вам крепкого здоровья, на что вы переводили, на то и потратили деньги. На, убери. И также сегодня попросила Света меня, ей надо было гель для наращивания, вот такой вот мы взяли гель. Он дешевенький, недорогой. Дальше, что ей надо было? Вот эти вот формы для наращивания, верхние, нижние, я не знаю, как они называются. И наклеечки, тут по 10 рублей наклеечки дешевенькие. Вот то, что были у них сбережения, они на это, она заходили, мы с ней взяли. То, что ей не хватило, я немножко ей чуть-чуточку добавила. Вот в целом вот такие вот все у нас покупочки. Спасибо огромное, хочу сказать всем еще, кто как-либо нам помог. Или вот Свете с фрезером, или мне с картошкой. Некоторые мне написали даже, где купить. Ну вот сегодня я купила 2,5 ведра 5-литровых по 130 рублей за ведро. 320 рублей дала. Сейчас я вам на летней кухне покажу. 1,5 пакета у меня получилось. Ну вот на 320 рублей. Купила, сейчас посажу, сколько хватит. И вот плюс женщина мне еще привезла. Спасибо огромное. Я имена, конечно же, называть не буду. Те, которые привозили, ну, привезла, которую мне сейчас картошку. Хочу только сказать огромное спасибо. И дай бог вам крепкого здоровья. Да, ребят, я не скрываю то, что да, некоторые люди помогают. И огромное им большое спасибо. И крепкого здоровья желаю. Я когда, если бываю в церкви, всегда свечку за здоровье всех, за здоровье всех ставлю. Так, ладно, пошла я переодеваться. Сейчас чай попью и хочу пойти на огород. Пока вроде более-менее солнышко начинает появляться. Сейчас, сыночка, там сейчас. И пойдем на огород чем-нибудь заниматься. Всем крепкого здоровья, всем крепкого. Так, вот это вот мне, видимо, привезли. Огромное спасибо. Вот это вот, ребята, я купила. Вот этот вот пакет я купила, картошку. И вот этот вот пакет. Я бы еще взяла, но мне не хватило. И вот тут, я смотрю, еще, видимо, привезли. Огромное спасибо. У меня тут муж библиотеку делает на летней кухне. Вот, смотрите. Это все наши книжки. И вот здесь вот еще книжки. Это все книжки, которые мы периодически, нет-нет, берем и читаем. Интересные книжки. Так что все ваши книжки сохранены. Ванька на улицу вышел, да, Ваня? Тебе две кофты одели? А, ну я ж твою куртку постирала, потому что... Владик, открой парник с помидорами. Да пускай немножко проветрится, они от жары помрут. А в парнике-то жарко. Какой вредный. Пойдемте проверим, как у нас там помидоры, перцы. Ну, на улице холодно, ребят. У нас очень холодно на улице. Но я вот сейчас раздетая выскочила. Как бы самой не слечь. Сейчас посмотрим, что у нас там. Вчера я открывала, пока дождик был, чтобы оно полилось. Вот, в принципе, неплохо стоят. Слава тебе, Господи, стоят. Там один, смотрю, подровнять, на подвязать. Ванечка, ты не ходи сюда. Сейчас солнышко, мама придет. Так, что у нас с огурцами? А с огурцами все плохо, ребята. Вот смотрите, помните росток здесь? А где второй? Съели. Съели. Опять съели.
Вот все, что у меня высаживалось, все съели. Ребят, ни одного нету ростка. И вот что делать? Дурдом. Кошмар, ребят, вообще. Я не знаю, у меня прям... Смотрите, какой здоровенный паук. Вот он, наверное, и поедает всю сволочь. Вот один единственный стоит, и все. А все остальные, которые я высаживала, я вам показывала, их уже опять нету. Ё-моё, я не знаю, что делать. Денег у меня сейчас нет, рассаду покупать огурцы. Значит, останемся нынче без огурцов. Что тут буду другое садить в этот парник? Сейчас покажу, что с третьим парником. А вот и третий парничок. В третьем парничке тоже все хорошо. Да, Ванюша? Да, сына? Ты гуляешь? Ну, пойдем. Нет у меня сейчас возможности купить рассаду огурцов. Я не знаю, чем делать, ребята. Это вообще какой-то дурдом. Я сегодня спрашиваю 30 рублей за один росток. Что надо? Поэтому вот так вот пока все. Что у меня с грядками? С грядками, с грядками. Смотрю, салат, ребята, вылез. Смотрите, салат проклюнулся. Сейчас подойду. А больше пока еще... А, ну вот здесь вот редька репа проклюнулась. Мама, ну-ка, не бегаем здесь. Носки пошла бегом одевать. Редька репа проклюнулась, салат, господи. Так, кабачки, ребят, мои кабачки. Раз, кабачок, два, кабачок, три, кабачок, четыре, пять, шесть. Седьмой не проклюнулся. Дальше смотрим. Тишина, 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 тишина. Проклюнулся, проклевывается. Вот здесь вот проклевывается. Капуста. В одно слово от капусты. Ну, может, еще оклемается. Посмотрим. Ну, заморозки, видать, ее подбило. Тут у меня капуста, там тишина. Тут тишина. Тут тоже тишина все. Тут тоже тишина. Дыни, арбузы мои погибли. Угу. Морозом все побило. Дурдом, короче, ребят, у нас с огородом. Вообще ничего, и руки опускаются. Я не знаю, что им делать с огурцами. У меня аж руки опустили. Все, пипец. Так, что у меня с морковкой? С морковкой ни хрена, зато травы до хрена. Лук тут растет хорошо. А морковка моя нифига не всходит еще, ребят. Тишина полнейшая. Зато травы дофига, но опять тепло. Хотя недавно полола. Постель висит постиранная. Мы сегодня будем полоть грядки. Короче, дурдом полнейший. Короче, ребят, я не знаю, что делать. Ну вот не получается у меня вырасти даже огурцы. Видите, какая-то сволочь все их сожрала. Руки опустились по полной. Подожди, Маша, а? Вообще, честно, расстроилась очень сильно. Я уже рассадой высадила, которые уже листочки хорошие. А их нету. И вот вы говорите, это ты виноват, ты ничего не делаешь. А что мне сделать-то, ребят? Если оно вот так вот кто-то поедает. Или я не знаю, что делать. Дети у меня парник мне вот написала. Женщина, может, у тебя дети зашли выдернуть? Да дети не ходят в парник. Ладно, посмотрим, что-то подумаем.